Всем привет! С вами любимая компания Электромотор, и в этом видеоролике мы расскажем и покажем вам дистиллятор Веселый Бородач 2 стекла. Компания Электромотор. Упакован в обычную такую картонную коробочку. Очень хорошо упакован. Если вы увидите, тут все полностью зафиксировано, обмотано в пленку. Сам объемный бак установлен очень хорошо и закреплен с помощью картона в упаковке. Поэтому он не разобьется, не побьется, ничего с ним не случится. Итак, поехали открывать и распаковывать веселого бородача. Мы позвали нашего ассистента Викторию, которая помогла нам собрать этот аппарат. Вот, сам принцип действия какой? Заливаете в этот бидончик брашку, как говорят по-нашему. Дальше подсоединяете два сухопарника, подсоединяете змеевик. Кстати, змеевик регулируется по длине, да. Вниз подключаете холодную воду. С помощью этой водички охлаждается нужная вам жидкость и скапывает. Получаете уже готовый продукт. Для того, чтобы начать работу с аппаратом, обязательно проверьте на герметичность все его составляющие, чтобы все было правильно закручено, хорошо, плотно. Это можно очень легко сделать с помощью крепежей. Они очень надежные, качественные, толстый металл. Вот также есть две ручки для того, чтобы можно было удобно его переносить. Какое преимущество этого аппарата? То, что в комплект входит два сухопарника. То есть вы на выходе получаете более чистый продукт, чем без них. То есть вам не придется два или три раза прогонять один и тот же продукт, у вас сразу выйдет чистый. Многие, кстати, добавляют в сухопарники какую-то траву, если вы хотите получить траву, да, какую-то зубровку, полынь добавляют. Если вы хотите с каким-то вкусом получить на выходе продукт, то тоже добавляют в сухопарники. Также аппарат комплектуется градусником. Вы можете увидеть температуру в любое время. Еще хочу обратить внимание на то, что он устанавливается на открытый огонь. То есть он не электрический, вы можете на печи, на плиту, где угодно, в любых на костре, в любых полевых условиях. Также такой аппарат можно купить и в электрическом исполнении, втыкнуть в розетку, и он будет нагреваться. По вопросам покупки обращайтесь в любимую компанию «Электромотор». Звоните по номеру 044-530-38. Ну это заводской сборка, да? Заводской сборки, видите, все классно, никаких нет дефектов. Хорошая цена. Высокое качество, все в самом лучшем. Продавать самого нельзя, только для собственных нужд. Только в бытовых условиях для себя. Контактный телефон 5-30-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».